Ассаламу алейкум. Друзья, всем добрый день. Вот сегодня с батюшкой, с отцом Николаем, вот решили проехаться по нашим отрядам. И вот мы ездим сегодня по ребятам нашим. Сейчас мы приехали в отряд Хохла. А ну иди сюда. Вот Хохла отряд. Вот он, командир наш. Вот. И вот отец Николай говорит такие слова. Представьте себе, говорит, все-таки, насколько мы отличаемся от той стороны, с которой мы воюем. У нас в России, в российской армии, в Ахмате, может быть командир с позывным Хохол. Вот он сам по национальности украинец. И нам это не мешает, он командир моего отряда. Позывной у него Хохол. А вот представьте себе, чтобы в украинской армии на сегодняшний день, чтобы был командир с позывным Русский. Как вы себе это представляете? А? Я правильно перевел то, что вы сказали? Один к одному, Артем Ильич. Вот, видите как. Так что, Хохол, у тебя серьезные преференции тут, я так понял. Но это не самое еще, как говорится, вот я хочу вишенку на торте. А ну иди сюда. Ты кто по национальности? Кореец. Кореец. Вот, пожалуйста, из-за этого корейца, который у нас в Ахмате, переполошилась вот вся Украина, вся Америка и вся Европа. Это из-за тебя все происходит, да? Не, ну у нас-то еще в Ахмате есть несколько корейцев, это так. Как тебя зовут? Дима. Дима, так откуда ты родом? Сахалина. Сахалина. Представьте себе, у нас есть свои корейцы. Его зовут Дима, он Сахалина. Ну и вот бойтесь, бойтесь. У нас в Ахмате есть вот корейцы, пожалуйста. Трепещите. Трепещите. Так что такие дела. Ну что ты им скажешь? Ахмат сила, Россия мощь, победа будет за нами. Вот, пожалуйста, вот вам флаг в руки. Наши корейцы, они вот такие вот, они говорят, что Ахмат сила, Россия мощь, Бог един, Аллах Акбар. Вот только что приехали в Курск, привезли для жителей Курска и военных вот такую вот гуманитарную помощь. Пошли, да, покажем, как наши волонтеры работают. Тут у нас получается, мы распределяем, да, всю гуманитарку, там у нас по пакетам, пошли это, пакеты покажи. Так, вот так мы, опять же, собираем все. Да, то есть крупы, макароны, гречка, сладости, чаи, да, тушенка. Это, опять же, и жителям Курска, и нашим военным. Ну а кто тоже хочет поддержать наших бойцов, то реквизиты будут тут на экране. Сейчас, на самом-то деле, очень мало кто помогает. Коча, передай привет. Всем привет. У нас там это еще два мотика для штурмовиков. Коча, Михаилу Нигматовичу. Огромное тебе спасибо, брат, за ту поддержку, которую ты оказываешь нам. За предоставленную помощь в специальной военной операции нашим волонтерам. Спасибо большое, брат. Берегите себя. Служу России, как говорится.